Ми родиною зібрались відпочить на море, але сталося з нами тут невеличке горе. Не повіриш, то капець, п'єц, як нас рятували. Всі дивилися на нас і офігівали. Здорово. Да. Жара! Я ж вспотел. Прикинь, мне только что одна цыпочка сказала, что она тоже мокрая. Так, ребята, давайте уже наконец-то спасем этот катамаран. Да, и давайте сделаем это по-быстренькому. Ага. А, алло, да. Нет-нет, дорогая, это не тебе. Вы видели? Чайка! Чайка села на боке. И чё? По древней восточной примете, если даже над Фудзияма нет ни облачка, и солнце своими лучами обжигает рисовые поля, но при этом чайка села на боке, это к неслыханному шторму. Петя, а что за бред? Это не бред, а математические вычисления. Смотрите. В общем, как хотите, но я считаю, что надо предупредить отдыхающих о надвигающейся стихии. Кость, ну что ты сидишь? Долго мы так плавать будем? Юлечка, нас унесло в открытое море 4 дня назад. Аренда катамарана 50 гривен в час. Я подумал, нам выгоднее на берег не возвращаться. Ну что вы стоите? Альбин, может, Петя и прав. Меня на сон клонит, а я так дождю. А у меня реально целый день рука болит. Это 100% перемене климата. Ребят, вы что, с ума посходили? Не хотите спасать катамара? Не надо! Я сама сейчас поплыву, чтобы вам было стыдно. Как вы могли отпустить ее одну? А и правда. Вдруг с ней что-то случится? Не случится. И лучше не трогать. Иногда Альбина опаснее шторма. А так с ней точно ничего не случится, и она никуда не денется. Но зато успокоится. Чувствую, сегодня будет шторм. Ма, ну глянь, какой штиль. Дотя, у меня так крутят суставы, что точно дождь будет. Тамара Петровна, вам в Индию надо. А что, там грязи лечебные? Нет, там сезон дождей по полгода. Вот там бы вы почувствовали, что значит крутят суставы. Костя! Покинуть пляж, скоро начнется шторм. Вы что, не понимаете, что сейчас начнется самый сильный в истории человечества шторм? И вас всех смоет с лица земли. Девушка, я вас спасу. Возьмите мой жилет. Что делаешь? Я тут людей спасаю. А у меня есть дела поважнее. Надо припасы спасать.
Вероника, быстрее давай, сейчас эта буря здесь зальет все. О, вывеску надо не забыть. Берем только самое ценное. Сейчас, сейчас ценное. Это мое наследство. Они мне достались от моего отца, а моему отцу достались от деда. А дед? А дед купил хозтовары. Ну что ты, вот что ты стоишь сейчас с этим? Я просто не знаю, какое платье выбрать. Вот, вот это ты подарил мне на 8 марта? Ага, это я помню. Да. А вот это я тебе на 23 февраля. Это я тоже помню. Что? Бери все и поехали только быстрее. Ой, все не влазят. Да как не влазят? Я тебе сейчас покажу. Наверняка пустую. Да ты что? Ну что сейчас? Давай! Немощь! Я и сам бы мог. Тамара Петровна, это вам. Зачем? Берите, берите. Вдруг действительно шторм, дождь. И шо? Это поможет? Ну, конечно. Плюс ваши коронки, и тогда вы точно все молнии к себе притянете. Вероника, это что такое? Вот это вот. Это что, увлажняющий крем? Увлажняющий крем, Вероника? Да ты с ума сбесил, сейчас все зальет здесь к хренам, ты что увлажнять будешь? Два фена тебе зачем? Ну ты же сказал, что дожди будут, голову два раза чаще сушить. Твою голову два раза чаще лечить надо, Вероника. Я пошутил, я не говорил этого. Вероника, я люблю тебя. Ну все, 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 все. Перестань. Все, закрой рот, закрой чемодан, бери все, поехали, все. Черт побери, три чемодана с одеждой, ну это же... Одежда! Любимый, я же одежду не собрала! Значит, план А не сработал, переходим к плану Б. Хитрости. Цыпочки, я вам не рекомендую купаться в море тысячи ядовитых медуз. Ай! Да, воруют тут на пляже страшное дело. Вот только отвернулся за кукурузой, и на тебе, вещей нет. Эх, эх. Молодец. А план Б работает. Кайф. Тихо. Держи, держи. Где моя Клара, а? Какая Клара? Тарантул мой ядовитый пропал. В камень где-то спряталась. Никак не могу найти. А кукурузу отдай! Тамара Петровна, вот что вы делаете? Как сирена заманиваете моряков? Дождик пойдет, я помоюсь. Мам, ну какой дождь? Солнце на небе. Значит, слепой дождь. Ну, понятно. Зрячий-то к вам не притронется. А помнишь, как мы с тобой начинали? Ты тогда еще была просто будка для переодевания. А теперь нам надо с тобой расстаться.
Но ты всегда будешь в моем сердце. И в налоговой декларации. Что тебе здесь надо? Что надо тебе? Эй, Бартан, давай на время зароем шампур войны. Мне нужна твоя помощь. На пляже еще остались люди, они могут пострадать от шторма. Надо их как-то выманить с пляжа, а? А я при чем тут? Ты видишь, у меня горе. Я прощаюсь со своим кафе. Бартанчик. Так оно еще может немного поработать. Давай устроим выездную вечеринку. Вот когда вы последний раз так стояли, вас забрали в милицию, помните? Я уже вышла из той секты. Соседних пляжей люди к тебе. Спасибо, наш дорогой. Артурчик. Я уезжаю, мы с тобой больше не увидимся. Ну, наконец-то. Ну, ты просто обязан устроить мне прощальный секс. Да, Вартану он точно для меня будет прощальный. Вартану сейчас не до нас. Вероника, буря скоро начнется. Я тебе такую бурю покажу. Я буду кричать. Часов через 6. Кричать он будет. Любимый. Хороший праздник. Отличный праздник. Вартанчик? Будешь? Не-не-не-не-не. Да, я буду. Пойдем? Класс. Вижу! Как разойдутся небеса, и большая вода хлынет на землю грешную! Когда дождь пойдет, мы с тобой, Дотя, не намокнем. Подождите, а вы что, меня под зонт не пустите? А что ты говорил, когда покупал свой Део Матис? Тут место только для двоих. Поедем я и Юля. Мам, может, пусть сядет? А где ты видишь тут места для инвалидов? То есть вас не смущает, что этот зонт купил именно я? Нас смущает, что это все, что ты можешь купить на свою зарплату. Наконец-то! Олеж, как думаешь, это ее муж привязал или сама догадалась? Козлы! Ладно, ладно, проходите. Ты осторожней там. Внимание, места в ковчеге спасения осталось совсем мало. Проходим. Я здесь, это у вас сегодня вечеринка свингеров? Чего? Ну, вы же давали объявление. Собираемся парами в домике спасателя. Толстый, ты не проходишь. Как так? У тебя нет пары. Петь, да ты что?
Мы же с тобой с самого детства, с детского садика вместе работаем как-то. Вот именно. Я знаю, что ты на второй день сожжешь какую-нибудь антилопу. Ах так? Ну тогда я забираю свои вещи. Ладно, все, оставь, тост, оставь. Вот что значит настоящая дружба. Чпык! Радио молчит. Они что-то от нас скрывают. Ребята, куда мы поплывем, когда потоп начнется? О, предлагаю на Арарат. У меня как раз встреча одноклассников. Квартан! Ну что, посидим, ну? А я бы с удовольствием Париж посмотрела. А, будем проплывать, нырнешь, посмотришь. Квартан, ну! Ну! А может, покушаем, а? Тронемся, тогда и покушаем. Да я сейчас тронусь, если не покушаю. Вот один ты меня понимаешь. Так, вот так. О, все. Костя, ну что ты делаешь? Юль, шторм дело серьезное. Надо хорошо подготовиться, чтобы твою маму в море волнами не унесло. А кляп это для того, чтобы вода в рот не попала. Что, что, Тамара Петровна? Если бы вы с таким усердием крутили педали, то мы бы давно уже на берегу были. Она же задохнуться может. Ну, от судьбы не уйдешь. На небе не облачко. Сегодня ливень вообще будет. Вот ты, Петя, а? Я думал, будет стихия. Все продукты раздал отдыхающим. Не дай бог, шторма не будет, я тебе бараний рог скручу. А я уже все нычки съел. Не, ну дождик даже не накрапывает. Мне кажется, ничего не будет. Тихо, все, тихо, тихо. Я же все считал. Ага. Все правильно, и получается, что шторм уже был. В 1678 году. Что? Тихо! Слышите? Гром? Тишина. Я 3 года такой тишины не слышал. Костя, развяжи маму. Или ты меня больше не любишь? Юль, спокойно, только ради тебя. Константин, вы умеете бегать по воде? В смысле? В прямом, потому что узлы завязывать вы не научились. Константин, вам капец! Тамара Петровна! Константин! Мама, не надо! Константин! Надо спасаться! Я такого грандиозного шторма никогда не видел! Ребята, кто забыл отвязать лодку? Я из-за вас, идиотов, полдня на одном месте проторчала. Вообще, что у вас здесь происходит? Значит, пока я спасаю катамаран, вы тут развлекаетесь, да? Доброе утро. Мариновала жаба гадюку! Что он тут делает? Дорогой, я не имею ни малейшего понятия, что он делает в моей сумке. Иди сюда, я тебя сейчас зарежу! Сюда подошел! Сурдальчик! Гадюк, сюда иди, я сказал! Сурдальчик! Сюда иди, я сказал! Спасибо!
Тамара Петровна, я не понял, зачем вы катамаран развернули? Так правильно, по феншую. А ничего, что по логике мы должны плыть в другую сторону? Константин, катамаран для нас стал как дом родной, поэтому мы должны его обустроить, чтобы здесь было здоровье и гармония. А вот здесь зона мудрости. Тамара Петровна, все, что находится рядом с вами, это зона постоянных упреков, беспричинной ненависти и нервного напряжения. Толстый, ты фотик взял? А зачем? Как зачем? Чтобы сфоткать, как я катамаран спасать буду. Чтобы Альбина наконец-то поняла, что действительно достоин внимания. А я что? А у тебя руки жирные. И катамаран из них выскользнет. Смотри! Как хорошо, что борта не умеет плавать. Так все равно придется вернуться-то. Слышь ты, Кавасакич, перестань. Ты сегодня и так на два выговора уже строгих наговорил. О! Кажется, дождик начинается. А ты свой этот самый ковчег не разобрал? Нет. Ну так плывем! Плывем, плывем, плывем! Да, даже если бы сегодня действительно был шторм, и даже если бы у нас был Ноев ковчег, вы бы, Тамара Петровна, все равно не спаслись бы. Костя! Да потому что второй такой, как вы, к вам в пару точно не найти. Угу. Тогда я заберу тебя с собой.